Сегодня в Херсоне судебное заседание, где рассматривали вопрос о продлении меры пресечения главному редактору РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому, было прервано на несколько часов. Журналист, которого обвиняют в госизмене, почувствовал себя плохо, его госпитализировали прямо из зала, но позже он был доставлен туда повторно. В связи с этим суд потребовал до пятницы предоставить полную информацию о состоянии здоровья подсудимого. Сам Вышинский неделю назад заявлял, что перенес инфаркт и остро нуждается в госпитализации. Напомню, журналист был задержан 15 мая в Киеве. Позже его перевезли в Херсон, где было принято решение о его аресте до 8 сентября, а также об аресте имущества.